Зима у каждого из нас ассоциируется с елкой, запахом мандаринов, позитивных эмоций и ожиданием чуда. А еще это снеговики, лыжи, санки, коньки и игры на свежем воздухе. И такое веселье подарили детям работники Дома культуры. Ребята отправились в веселое зимнее путешествие. Два дружных скомороха, Маргоша и Гоша, с первых секунд заинтересовали юных зрителей. Раз, два, троллейбус! Молодцы! Раз, два, три! Маргоша, ты запомнила всех? Да, я всех запомнила. Хорошо. И я всех запомнил. Главное не перепутать. В играх ребята показали ловкость, быстроту, выносливость. Особенно им понравилась игра в снежки. Разделившись на две команды и набрав в руки снежков, ребятам нужно было накормить деревянного Васю. Чуть не убили Васю. Ребята прыгали через скакалку, танцевали, водили хороводы, устраивали флешмоб, читали скороговорки. Из-под пригорка! Из-под пригорка! Из-под раз припад выпад верта! Из-под раз выпад верта! Зайчик раз! Зайчик раз! Припад выпад вывернулся! Вернулся. Ну, почти. Ну, а в конце все участники зимних забав получили сладкие сюрпризы. В каких конкурсах принимала участие? Сколько в прыжках через веровку. У пяти баллов сколько концов? В танце. 10. А у шести? И в скороговорке. Активные игры на свежем воздухе дали возможность укрепить здоровье и получить массу приятных эмоций. Сегодня у нас такое веселое мероприятие под названием «Зимние забавы». Организатор Дом культуры. И, как вы видите, я не считала, но пришло очень много детей, и взрослых, и маленьких, и родители пришли. И в такой прекрасный зимний день, сегодня довольно тепло, мы очень хорошо поиграли, повеселились, потанцевали, посостязались, все получили свои сладкие призы. И вообще это так замечательно, когда мы можем так весело провести время в субботний день. Всем хорошего настроения!